Ну, результат, конечно, для нас понятно, проиграли, но, в принципе, то, что понравилось, это попали в темп игры. Команда «Нефтяник» пытались контратаковать, потому что понимали, что первым номером, конечно, как мы можем первым номером играть, у нас таких хоккеистов нет, к большому сожалению, но мы выполнили тактику, которую мы хотели сделать, которую долго обговаривали, долго разбирали. Играли достаточно жестко, где-то на грани, не думаю, что грубо. Ну, это хоккей, здесь ничего такого нет, я думаю. Пытались, самое главное, то, что я говорил, сколько вот матчей мы последние не сыграли со СКА «Нефтяником», здесь в сентябре мы ни разу не могли вступить в контакт по скорости с игроками соперника, со СКА «Нефтяником». А сегодня мы, ну, были достаточно в контакте, конечно, я не скажу, что на 100%, но мы были в контакте с игроками соперника, и это не давало вольготно действовать нападающим СКА «Нефтяника». Ну, у самих были моменты, наверное, для того, чтобы еще забить, но мы их не использовали, и, конечно, мастерство здесь сказывается, такие два неимоверных гола от Шердакова. Угловой удачно, ну не то что удачно, ну понятно, угловые стандарты много били. Ну, в принципе, я думаю, наверное, заслуженно победили, хотя я еще раз говорю, сказал ребятам, ну могли зацепиться, но для того, чтобы цепляться с такой командой, нужно забивать все, что ты имеешь, к сожалению. Нет, это не сегодня. Андрей Анатольевич, если не секрет, а с чем связано то, что команда прилетела только сегодня в день матча? Ну, как бы так часто раньше делали команды, когда ты прилетаешь сюда быстренько, в принципе, 3 часа лета, ничего страшного, тут же легли, поспали, отдохнули и тут же на игру, в принципе, нормальная ситуация, я считаю, здесь раньше многие команды так действовали, и мы так решили подействовать. Тут, не знаю, что повлияло там, не знаю, может и повлияло. Что-то. Не знаю, ничего не могу сказать сейчас Спасибо. в данной ситуации. Ну, я соглашусь с коллегой, что матч получился боевой на очень хороших скоростях. В первом тайме обе команды, наверное, демонстрировали в большей степени такой хоккей, при котором сопернику тяжело вскрыть оборону, да? Но и другая команда все-таки воспользовались ошибками. Второй тайм начали, можно сказать, да, с нуля или с чистого листа. Я в большей степени доволен матчем. Я и ребятам сказал то, что они тоже выполнили ту установку, которую мы давали, в большей степени. Немножко не хватило нас, наверное, физически. На это есть объективные абсолютно причины. Еще раз говорю, я доволен тем, что мы этот матч вытащили. Вытащили, да, может быть, тяжелая победа, но в таких победах и команды закаляются, и хоккеисты, поэтому в тайм я даже больше доволен, нежели первым. То есть та самоотдача и у соперника, и у нас, я думаю, что сегодня те болельщики, которые пришли на трибуны, да, увидели очень хороший хоккей в исполнении двух команд.